Итак, други мои, сегодня 13-й день бросания курить. И думаю поддержать вчерашнюю традицию. Растирание снегом у нас уже было. Давайте сделаем обливание водой. Ну, не скажу, что холодной, водой комнатной температуры. Погодка у нас сегодня 20-ка. Железная Чербово 25. Время сегодня после обеда. Ну, что скажу. После обливания, естественно, необходимо растереться также плотненько полотенцем. Если есть, одеть махровый халат, одеть ноги в теплые чуни и сесть к печке. Как у кого получается. Ну, у меня сегодня вот полотенце, как вы уже видите, и ведерко воды не ледяной, а воды комнатной температуры, как я уже говорил. Ну, комнатная температура у меня около 10 градусов. Ну, так живем. Итак, делаем обливание. Спокойненько, не спеша, во славу Карбышева, русского генерала, и с именем Порфирия Ивановича Иванова. Ну, 10 градусов, водичка, и вот так вот растираемся, дабы не замерзнуть. Растираемся. Одеваем, у кого есть махровый халатик, мне в этом необходимости нету. Я пойду сейчас, присяду к теплой печке. 13-й день бросания курить. Просмотры, лайки, поделиться, колокольчик. Пока, все.